Да, друзья мои, всем привет, с вами Кентавр, мы находимся в игре Breath Edge, и мы продолжаем. У нас есть задача, у нас есть много задач, мы их потихонечку выполняем. И в прошлой серии мы с вами открыли вот такого вот говнюка, то есть вот такого вот засранца. Мы нашли, это пылесос, а ну так его называют, я не знаю, пылесос это не пылесос, но по крайней мере из него сделали офигенный транспорт. Не, на самом деле это пылесос, крутейший пылесос, и мы сделаем вот так, мы его заправили до 72 топлива, прочность хорошая у него, и можно сесть на него, понимаешь? Можно сесть. Так, здесь у нас есть цель. Тихо, 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 а что мы ударились-то, я не понял. А мне нужно туда попасть. Как это лучше вообще сделать? Секундочку, надо глянуть, надо понять. Ага. Опять же через низ пойду, да, через низ. Нужно туда попасть, чтобы починить, отсканировать, мы уже вроде сделали, и отремонтировать шлюз какого-то корабля. Но, опять же, мне нужно сначала подышать. Подышать, потому что я слишком много времени потратил. А раз мы время тратим, нужно это учитывать, потому что кислород все-таки не вечен. Ну, а если кислород не вечен, значит, с вас, друзья мои, лайкосики. Не забываем, если вам все тёх-тёх-тёх-тёх нравится, то... То с вас лайкосики, а я продолжу свое выживание. Все, погнали в эту вот дырень. Зайдем туда, заплывем. И будет все круто. И окажемся через 1000 метров у цели. Вот наша цель. Нам типа туда. Но так как у нас и кислород есть, и байк есть, могу вам кое-что вот здесь показать. В прошлой серии я этот момент упустил. То есть почему-то у меня не включилась запись. Это очень... печально, но это факт. Что здесь было? Здесь были какие-то инструменты по типу генератора. Мы его отсюда взяли. И, к сожалению, это не записалось. Не знаю почему. А больше вроде ничего не было. Тут была еда, вода. Вот тебе, кстати, фотография лайнера. Я могу это изучить. Вот такой вот лайнер здесь хороший есть, да? Красивый. И если мы сможем когда-нибудь такой корабль построить в этой игре, то это будет вообще замечательно. Превосходно прям. И тут написано. Похоже, что кто-то сфотографировал его во время одной из остановок, отлетев на приличное расстояние. Круто! Очень прям надеюсь, что я такое смогу здесь, в этой игре, построить. Что ж, что-то у нас сзади еще тут есть. Да, скорее всего, какая-то... А вот насчет смолы... Насчет смолы. Смолу мы уже должны собирать. А щуп нужен. Ну, на тебе щуп. Вот так вот сделаем. И бери щуп, собирай смолу. Смола нам нужна для топлива. Важный, очень прям важный ингредиент. Две смолы вроде бы и два металла, если не ошибаюсь. И вуаля, будет тебе топляк, одна канистра топлива. Что снизу есть? Что-то есть, нет? Не, нифига такого нет. Ну, только если вот этот, блин, то дрель нужно, то это надо. Везде что-то надо, везде что-то нам нужно, чтобы скрафтить, чтобы взять. Там тоже есть, кстати, провода. По-любому, когда-нибудь они мне понадобятся, я их буду искать. Смотри, еще смола. Щуп. А ну-ка, возьмись и добывай. Ну-ну-ну, давай. Почему я должен клацать несколько раз, если я могу, по идее, держать? А игра нас так не хочет отпускать. Все. А больше здесь собирать я... Ну, прям все-все-все собирать я не буду, поэтому... Блин, ну, фиг с ним. Погнали. Смотрите. Это чувак. А, кислородик. Нахрен с тобой, я успею. Смотри, за 15 секунд я успею туда долететь. Или? Вот это у нас будет челлендж. Давайте, давайте, быстренько, быстренько, быстренько. 7 секунд, 7 секунд, 5 секунд. Нужно залететь туда. По-быстренькому, прям 1 секунда. Есть. Успеваю, 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 успеваю. ХПшечка тратится, но нормально. А, парнишка, тебе не повезло. Я понял, что как бы он хотел сюда. Вот этот парень хотел сюда пристыковаться к этому шлюзу, у него не получилось. И, блин, ну, вот такая вот беда случилась. Там был один парнишка, сейчас я вам покажу, что у него там случилось. Секундочку, ты где? Потерялся в пространстве. Смотри, сажусь и еду туда, лечу, то есть. Сейчас покажу. Тут такая же картинка. Что здесь за картинку мы видим? То есть из этого корабля, потому что это тоже маленький корабль, такой пилотируемый. Секунду, я это не могу пропустить. Я это пропустить не могу. Из этого корабля вылетел пулей. Вылетел пилот
Ты видишь эту вот хрень? Пилот вылетел. Стой. Ударился. К хренам, блин. В этот камень. Это его сиденье, кстати, в этот камень. И сам пилот улетел с кровью, со всей хренью, короче, улетел в другой камень. В такой вот здоровый камень, охереть. И вот его голова, к сожалению, превратилась в томат, наверное. А другого слова я не нашел. Я здесь кое-что заметил. Это что? What is this? Магнитофон. А, разбить надо? Блин, а где лом? Сейчас. Лом, у меня есть испорченный лом, нет? Давай вот так вот сделаем. Угу. Давай, лампочка, батарея и проволока. Круто. Это неплохо, это вообще неплохо. Ну что ж, я пошел. Нам нужно чинить. Опять кислород, блин. Пошли. Так, опять же на той же секунде почти что. Давай. Есть, дышим. Все, теперь набираемся воздуха и идем вниз чинить эту вот хрень. То есть шлюз. Ремонтный инструмент, отлично, он у нас есть. Дело в том, что он пытался сюда, как я уже говорил, пристыковаться. У него не получилось, и он вылетел через лобовое стекло и влетел в дверь этого шлюза. И нам писали, что нужно найти другой вход. Мы его нашли, это было в прошлой серии, да? Сейчас я вам покажу. Тут уже нам не нужен наш байк, мотоцикл не нужен. Вот, мы нашли другой вход в эту вот большую станцию, к которой хотел этот пристыковаться. Сейчас мы ее отремонтировали. А, диспенсер нам нужен здесь. Твою же мать, а. Ну, пошли крафтить диспенсер. Диспенсер мы с вами научились крафтить также в прошлой серии. Не записался момент, когда я нашел нужные ингредиенты для этого. К великому сожалению, но бывает. Бывает такое вот говно, блин, да? Это что? Пластик. Тоже нужная вещь. Взять. Шикарно. Тогда идем на базу. Идем на предыдущую базу и крафтим диспенсер. Диспенсер, если не ошибаюсь, также поможет нам в строительстве базы. Мы с помощью него реально сможем, блин, как я уже быстро наполнил себе все эти вот слоты. Офигеть. Кататься туда-сюда это тоже не вариант. То есть это не есть хорошо. Так, давай, садись. Но, к сожалению, мы катаемся туда-сюда. Все, идем на базу. База находится в 1000 метров. Короче, через 1000 метров. Сейчас будем там. А вот тебе и диспенсер. Мы уже на базе. Для диспенсера нужна батарейка. Это у нас есть. Очищенный металл 2 штуки будет. Утолщенная изолента будет. И и индуктор. Самое главное теперь индуктор. А индуктор это не такое, это такая уж простая вещь. Но так как у нас металл, пластик и проволока есть, мы его уже можем крафтить. Это прекрасно. Вообще замечательно. Теперь идем опять к снаряжению. И очищенный металл 2 штуки. Утолщенная изолента. Очищенный металл у нас был здесь. Отлично. И утолщенная изолента. Да, открывайся, открывайся. Водичку давай сюда. Сбагрим. Смола тоже для топлива у нас пойдет, да? Утолщенная. А, это резина. О, а утолщенная-то изолента закончилась, маленькие мои. Ну-ка, секундочку, давайте. Где? Может, где-то валяется? Это кислород, это еда. Это у нас просто резина. Это опять кислородец. Ну, окей, иди сюда. Вот так, утолщенную изоленту придется нам с вами сделать. Теперь. Ага, резина, просто резина нужна. Ну, в таком случае. Стой! Не ломай. В таком случае мы спасены. Делаем утолщенную изоленту. Раз. И утолщенная изолента. Два. Вроде там две штуки надо было. И металла очищенного, или как он там называется, нужно было тоже две штуки, да? Да. Утолщенный изолента утолщенная и очищенный металл. И делается с вами. У нас будет делаться диспенсер. При острой нехватке ресурсов риски гибели, а это мы уже читали в прошлой серии, поэтому не будем напрягаться. Так, ты где? Ты у нас сюда встанешь? О, какая фигня-то, а? Строить. А что можешь? Так мы уже можем базу строить. Малый жилой отсек, труба, облоки. Энергогенератор, секунду, декор. Декор мне сейчас пока не нужен.
пол, большой телевизор, фортепиано, потолок другое. Так, погоди, я пока что могу блоки. Малый шлюз. Он, правда, закрыт, я его... Недостаточно ресурсов. Энергия, минус 3, кислород, минус 4, шанс пробоя на плюс 4. Алюминий и титан, короче, нужен, да? Кислород минус 6. Почему кислород минус 6? Зеленый. А кислород, энергия плюс 50, зеленая, а кислород минус 6, красная. Непонятно пока что, но допустим. Стол. А где модули? Вот это модули. Малый жилой отсек. Строительный набор и металла 2 штуки. Блин, ну я прям сейчас прям не буду. Я должен сначала это все понять. Погоди, давай это все выкину. Надо отремонтировать тот шлюз, зайти туда и понять, что же там будет и для чего мы это все делаем. Не-не-не-не, строить не надо тебе сейчас ничего. Сейчас выкинь все это вот из головы. Тебе сейчас ни к чему, вообще ни к чему нет. А, все нормально, туда попало. Туда, куда надо попало. Кстати, воду давайте сделаем. Вроде две штуки воды надо. Для того, чтобы сделать одну бутылочку воды. Да. Из льда. Окей, окей, давай, отлично. Что ж, попьем. Где? Раз, попьем. И 30 дает, 30, отлично. Все, кушать нам пока что не надо, вообще ни к чему. Давайте я сохраню игру на всякий пожарный. А случай... А стой, куда полетел? Это же гребаный космос. И здесь не все так просто. Все, опять едем туда. Дорога не короткая. Как я туда летел? Туда? Тудой? Да, тудой-сюдой. Погнали. Приближаемся, друзья. Приближаемся спокойно. Все у нас получится. У нас есть диспенсер. Стой. У нас есть диспенсер, и это самое главное. Смотри, он становится, хоть он в космосе, он становится вертикально, горизонтально всегда. А, я понял. А, да пусть сломанный шлюз. Перестроить, выбрать модуль. Давай перестраивать его. А модуль не выбрать, в смысле, я должен его прям выбрать? Это у нас малый жилой отсек. Так, а как его вообще так, блок? Малый шлюз сделать? Стой. Другое. Его перестраивать нужно, то есть новый сделать. Труба. Нет, труба мне. Слышь ты, чувак, как тебя перестроить-то? Сломанный шлюз. Вот, перестроить. Модуль не выбран. В смысле модуль не выбран? Как он называется? Шлюз. Хорошо, давай тогда выберем. А, секундочку, мне нужно подышать. Я пошел. Ну я понял, с помощью этой хрени. Вот этой вот, да, с помощью диспенсера. Нас обучат, как строить базу. Это, в принципе, это прекрасно. То есть, я ничего не имею против, и поэтому нам сейчас нужно выбрать какой-то модуль. Давай. А выбрать какой-то модуль типа шлюз и построить это. Ну я так понимаю, да? Все, мы тут. Перестроить. Не дает, это понятно. Выбрать модуль. Давайте. Сломанный шлюз. А модули. Есть труба. Малый жилой отсек. Я еще пока не умею их делать. А, входной шлюз. Этот, что ли? Малый шлюз. Я понял. Алюминий нужен. И титан две штуки. Малый шлюз можно установить на любой трубе, чтобы беспрепятственно выползать в космос через полы. Ага, даже через полы. Вот этот нам понадобится. Или потолки отсеков и коридоров. А это что такое? А, так, с быстрого доступа из космоса в технический отсек и обратно. Короче, нам этот нужен. Алюминий, два титана. Титан я могу, в принципе, здесь найти, а алюминий мне нужно где-то на каком-то астероиде. Я вижу уже его. Я вижу, так, где мой байк? Where's my bike? Yo, my bike, ты где, блин? Говнюк, иди сюда, что ты там потерял-то? Алюминий, два титана. Титан мы найдем прямо здесь в космосе, а то я думал, сейчас, блин, надо уже на базу лететь опять. Не хочу, топливо кончается, байк ломается. Это все невыгодно. Садись. Я пошел. Там есть? Есть. Все у нас есть. Тут должен быть алюминий. Нет, это вода, мне кажется. Нифига это не алюминий, а? Да это гребаная вода, блин. Вот говнюк, а?
Нехороший. Камень совсем нехороший. Так, опять подышим. Пойдем подышим. Вот тебе титанчик. Один. Сейчас будет еще титанчик, но алюминий. Алюминий в данный момент будет малость полезнее. Садись, садись. Так, где мы видели его? Опять же, нужны эти астероиды маленькие. Ну или большие. Главное, чтобы были ресурсы на них. Может, на этих камнях есть? Тут титан должен был быть по-любому. Я уверен, стой. Титанчик, 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 вот он, титанчик, все, титанчик, короче, есть, я понял. Теперь алюминий. Да, правда, можно взять уже побольше, мало ли, что там еще понадобится построить. Не бейся, не бейся. Это металл, металл сейчас мне не нужен, вот титан вижу. Титанчик вижу, алюминий, дайся же ты ж, ёлки-палки. Ты где? На вас же должны быть залежи. Там как будто большая изолента. Мне туда надо будет по-любому пойти. Кто видит алюминий? Я не вижу. Опля, групп. Что у тебя тут есть? Вскрыть, что это мне даст, если я сейчас его вскрою? А магнитная хрень. Иди сюда. Эх, зашифрованная лента. Как оказалось, чтобы между собой информация и что-то там надо было сделать. Окей. Магнитофон нашел. Может, у тебя будет? Секундочку. Может, будет алюминий у тебя? Батарейка, лампочка и проволоки. Хорошо. Ты где? Так, дышать надо. Погнали, погнали, погнали. Нам нужно дышать. Ну, пошли к этой большой изоленте. Ну, типа, мне кажется, что это как будто большущая прям изолента. Давайте глянем, что это за фигня. Какой-то баг. Это автономная кислородная станция. Оу. Интересная конструкция. Схема подключения такого штурвала даже проще, чем у прогулочных кораблей. Угу. Тут, кстати, тоже чувак. Типа, летел. Что это такое? Сканировать оторванный штурвал. Штурвал могу сделать, прикинь. Оторванный. То есть я потихонечку собираю себе возможность, собираю себе, ну этот, как его, корабль. Опять сейчас потеряюсь в пространстве, сюда потому что... можно подключить кислородную станцию, если я правильно просчитал схему. Сломанная встроенная станция. Ага. Кислородную станцию, да, нафиг она мне сейчас нужна. А, свеча большая. Можем юзнуть. Открывается, хорошо. Что у вас тут еще есть, господа? Блин, как же неудобно здесь плавать. Ну, в смысле, не плавать, а лететь. Все вверх ногами, короче, это что такое? Блюдце с цветами. Вообще отлично, берем, все берем. Ну, давайте отремонтирую, что ли. У меня же ремонтный инструмент есть. Вот. Отремонтирую. Мне не жалко. Пополнить кислород. Серьезно? Ух ты! А сколько у него кислорода-то? В этой станции сколько его будет? Прикольно. Я думал, тут шарик какой-то надо будет привинтить. Но нет. Кислород заберем. Изучить. Стыдно, когда видно. Другие ребятки, это фигня какая-то, читайте на паузе. Кому интересно, это я беру с собой. Следить за состоянием рабочего костюма — это необходимость, особенно актуальная в космосе. Понятно, а что с ним? С костюмом у нас вообще все идеально. А, это и есть знаки кислорода. Вот смотри, знак кислорода. Нет, там другой знак. Тут другой знак. Что с этой стороны будет? Лед, блин. Дай мне алюминий! Твою же медь! Ну! Не надо мне сейчас электроника, не нужна. Хотя, может быть, когда-нибудь понадобится, а я сейчас ее не беру, блин, это плохо. Алюминий! Там опять же лед. Ищу, ищу, ищу. Знаешь, раз магнитная эта вот открывалочка у нас работает только для гробов, давай все-таки попробуем.
Зашифрованная лента. Блин, эти ленты, не знаю, понадобятся мне, не понадобятся. Но есть ощущение, что вот электронику, которую я сейчас пропускаю, она мне понадобится 100%. Я потом буду ее искать. Это есть плохо. Правда, дрелью сейчас конец придет. Ууу, инвентарь полон. Ну, попей, что ли. Вот тебе инвентарь. Все, я сейчас подышу кислородом и пойду дальше искать... искать алюминий. Да и дальше тут у нас есть что посмотреть. Давай подыши, подыши, маленький, подыши. Все, отлично. Подышали. Где мой... Че? Помни, в питании сила. Ты о чем? А, типа у деля заканчивается питание, я понял. Текс. А мы дальше едем. Мы дальше, потому что мы можем. Мы можем себе позволить. Правда, здесь никаких меток, мне кажется, нужных типа нет, да? Хм. Интересно. Допустим. Слышь, ты читать вообще... Ух ты ж, ё-моё. Как же это страшно выглядит, это же вообще капец. Это его торс, это его ноги, это его... Ну, чуть ли кишки. Это он. Его оторвало, блин. Сложно представить, зачем бы это могло понадобиться. Кружка акула. Изучить. Шикарно, у нас есть вот такая вот кружка акула, вообще идеально. Опасный и мы ее берем. Хищник. Хотя в данном случае этот хищник просто прилип к проплывавшим мимо останкам. Ну да. Ну да, ну да. Нам дальше, 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 дальше садимся. Здесь нам нечего ловить. А есть тут алюминий у вас? А, господа, нет, алюминия здесь у них нет. Что это за фигня такая? Тут все взорвалось. Еще одно подтверждение пожара в отсеках. Видимо, огонь успел распространиться даже на жилые модули. Ты кто? Инопланетяне, что ли? Ты кто, блин? Это сканер. Или это чей-то, или это чей-то мозг? Чё за фигня такая? Не могу не достать. Это пришельцы. А вот как они выглядят. А нам кислород нужен, да? Есть у меня эти? Да, есть кислородные штуки. Ну окей, пошли, байк, останься там. Топливо попросту тратить не надо. А не валяшка. Но изучить, само собой, мы берем. Красивая штука. А инвентарь полон. А, потом возьмем. Потом, 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 потом. И что такое? Добывать. Место крушения. Это электроника. Понятно, не надо. Захватить труп, труп. Тебя захватывать? Не захватывать, не надо. А вот залежи смолы я бы, наверное, взял. Могу ли я попить, покушать? Отлично. И добыть немножко... Что выкинуть? А блюдце выкидываем. Стыдно, выкидываем, это нам нафиг не надо. Кружка остается. И здесь я могу добыть смолу. Да, кислород заканчивается, секундочку. Смола, 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 щуп нужен. Вот он щуп. И вот тебе добываем смолу. Нормально, нормально, нормально. Я сейчас кислород сейчас возьму. Смотри, опля. И у меня полный кислород. Шикарно. Тут ничего хорошего нет, я вижу. Вообще. Я надеюсь, вы не теряетесь в пространстве, когда смотрите наши ролики, друзья. Очень на это надеюсь. Титан, иди сюда. Байк. Нет, тут был пришелец. Тут 100% был гребаный пришелец. Дырочка в дырочку, надо залезть. Пластик. Что у вас тут есть? Это что? Изучить. А ядреный что-то там, 3 литра. Окей, берем. Это потрясающее средство не лечит разгерметизацию. Угу, ну да. Магнитофон опять, металла сейчас брать не буду. Чемоданы можно, правда, их сломать. Алюминий, правда, там вряд ли найдешь. Скорее всего, там гроб. И еще какая-то хрень. Байк, погнали дальше. Без байка все-таки трудно. Это ж трудно, медленно. Медленно будет без него. Электроника не нужна. Судя пока что. Равномерному оплавлению рулонов в инженерных отсеках произошел пожар, но причиной катастрофы он точно не был. Да. Давай. Глянем, что у вас здесь. Тут везде люди, кстати.
Блин, опять полон, а? Что тут делал? Его насквозь проткнуло, блин. И у него голова замерзла, мне кажется. Это не алюминий, кстати? Нет. Ой, сколько воды здесь. Давай я все-таки это говно. Так, отлично, это от любых заболеваний стимулирует привязать кислоту. Мне это не надо. Сейчас, фотография лайнера. Я ее оставлю, она прикольная просто. Что могу выкинуть из этого? Презерватив. Может быть, когда-то понадобится. Да ничего вообще, вот кроме кружки. Кружку могу выкинуть. Это могу выпить, потому что здесь вода халявная. Стой, 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 стой. Да не пойду. О, здрасте, изучить. Реклама. Вот вас я уже брать не буду. Фольга, отойти. Все, отходим. И что я хотел? А что я хотел? Питание, вот. Оп, есть. Слоты освободил. Все, здесь вообще ничего нет. Стой, стой. Спокойно. Спокойно. То есть, тупо ничего. Ты кто? Соленый набор. Да-да-да, сейчас, секундочку, секундочку, секундочку. Куда вообще дальше плавать-то? Это вот, летать. Че это за говно такое? Не дается, не дается к осмотрению. Да есть у меня, с кислородом вообще проблем нет. Окей. А пока что не находим алюминий, зато изучаем. А вот тебе и алюминий. Красавец. Я же говорю, красавец. А вот тебе и гребаный алюминий. Добывай. И вот для чего дрель нужна. Вот это вот уже плохо. Без дрельяшки у нас ничего не выйдет. Раз я уже здесь, глянем. Большая часть мусорного шара состоит из изоленты. Да? А могу ли я потом эту изоленту как-то... Человек какой маленький, смотри. Это человек был. Был. Изучить. А, шутки про антипрививочников. Ага, никогда не постареют. Хорошо. Как их дети. Окей, так, отойти и не брать. Не буду я брать эту хрень. А, разбить шар мусора. А что из этого будет? Секунду. Что из него выйдет? С этого шара. Давай, 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 давай. Мне интересно просто. Опля! Электроника. Проволока. Медок какой-то. Опять медок, не знаю, как-то где-то понадобится. Инвентарь полон. И проволоку типа я не взял. Значит. Лед выкинуть. Что-то много что тут выкинул. А, лед только выкинул, да? А этот берем. И туда можно еще дальше двигаться. Ну, пока у нас все нормально с кислородом. Секунду, где мой этот вайкер? Вайкер-байкер, иди сюда. Идем дальше. Я не буду прямо сейчас лутать всю хрень. Уборщики. Всегда считал их бесполезным оборудованием, но глядя, какой шар мусора они накатали, я начинаю их уважать. А, это автоматические уборщики какие-то, да? Окей. Это типа эти существа, если не ошибаюсь. Мусора в этом гребаном космосе дохерища. Я даже сейчас брать ничего не могу, потому что тупо не могу. Места нет, а выкидывать уже нечего. А, я уже здесь вышел. Прикольно. Вообще прикольно. Сделали кружочек. Сюда мне нужно зайти. Чисто глянуть. Нельзя пропускать такие. Опа. А, рояль я уже могу делать. Рука инженера. А, так здесь я был уже. А здесь мы были в начале. Стой, 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 как говорю. Я близко, да, от базы? Тихо. Я близко от базы, стой. Но. На базу погнали. За 8 секунд успею. А, отлично. Вообще красавец. Идеально все сделал. И даже вещи домой принес. Не, ну так могу только я. Вот это вот лед гребаный, его реально нужно отсюда вытаскивать. А давай хорошие вещи, типа
лампочку туда закинем. Батарейку туда закинем. Вот эту зашифрованную ленту тоже сюда. Фотографию лайнера. А где тушитель, который мне нафиг не нужен? Вроде бы как, да? Генератор пока не нужен. Это крафченные вещи. Они у нас будут находиться здесь. А ножницы две штуки тоже нафиг не надо. И забираем. Забираем. То есть не забираем, оставим. Топляк я бы сделал. На топливо нужен вроде бы металл и смола. Смола есть, металл тоже есть. Я возьму даже больше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот так, раз, два, три, четыре. Пять и еще один металл. Есть тут у вас металл? Место хоть есть? Есть. Один кусочек. Один, чисто. Ну дайте же один кусочек, блин. Когда его нужно, его нет. Вот он, есть. Все, сделаю целых три канистры этого топлива. Топливо нам никогда не помешает. Тем более мы на базе, это мы можем себе позволить. Давай. А, ресурсы. Ты вообще где? Ресурс-то, снаряжение, инструменты, приметы. Вот, топливо. Металл и смола. Я же говорю, блин, по две штуки. Значит, 6 единиц этого, 6 единиц того, и будет тебе три канистры. И, кстати, забирает один слот только. Это круто, я думал. Слот побольше будет. Но нет. Очень удобно. Блин, игру познавать, это тебе прям, ну, кайф. Потому что она реально прикольная, интересная. Проволока. Хорошо, проволока. Что там у нас по месту? Место тут есть. Ну, проволока, значит, будет у нас находиться. Лед, знаешь что? Ну-ка, уйди отсюда. Весь прям. Я из него сделаю. И ты тоже. Я из вас сделаю... Опля-опля-пля-пля. Еду сделаю. Титан, всякая фигня. Пластик пусть будет. Стой. Не то. Не то. Не то. Хотя пару штук. Раз-два. Раз-два. Оставим. А из остального сделаем воду. И не только. Не только. Вода. 30 воды дает. А еда хорошая дает. Так, 40. 25 голод. Здесь даже минус даже. 40. Минус. Ну давай, медок. А, медок, блин, не надо было тратить медок. Ё-моё, блин. Мне нужно было, у меня мало его. Медка у нас прям капец мало. Делаем воду. Крафтим, короче, себе поесть, покушать. Поесть, покушать, отлично сказал. И нормальной еды, обычной. Обычный питательный набор. Мы много их пропустили, но, по крайней мере, я их могу скрафтить. Раз у нас ресурсы есть, почему бы и нет. Все. Почти. Вот сейчас уже закончится. И это мы выкинем прямо здесь. Мне оно не надо. В ящиках оно уже не влезает. Ага, ага. Шикарно. Все вот туда вот, короче, легли. Дрель. Дрель. Мне по-любому где-нибудь понадобится дрель. Снаряжение. Инструменты. Очищенный металл. Батарейка утолщенная. Изолента. Ух ты. А, утолщенная изолента будет тебе из этого. Очищенный металл, вот тебе. И батареечка. Батареечка, Вазя. Батареечка, иди сюда, батареечка. Сейчас сделаем. Снаряжение. А, да. Че? В смысле? А, утолщенную изоленту не сделал. Понятный хрен, блин. Вот тебе утолщенная изолента. Угу. Красавчик. Вообще красавчик, вот тебе и дрель. Дрель же сломалась у нас. Сломалась. Дрель новая появилась. Появилась. Вообще замечательно, я же говорю, блин. Выживальщик от бога. Все, теперь самый короткий. Ты это, путь. Где? Где ку... Че такое, 2000 листок какой-то. По где, я тут. Это там дышать можно. Там наша цель, короче, самый короткий путь. Один хрен. А будет сюда. Я пошел вниз. Подышим. Подышим здесь, в этой базе. Немножко отдохнем. Возьмем этот аппликатор, или как он там называется. И идем строить гребаный шлюз. Стой, че? Ты где? Ты где? Не потеряйся. Не потеряйся. Не-не-не, не надо тебе теряться. Нам нужно вон туда вот. Главное его не сломать. Если я сломаю эту хрень, то это будет непростимое... Ошибка. Вообще непростимая. Берем.
А выбрать шлюз. Вот, могу сделать. Этот сейчас я не... Типа не сделаю, да? Нет, этот я не сделаю. Значит, вот этот. Да. Поворачивай. Давай я сделаю по-другому. Секунду, я, наверное, сохранюсь на всякий случай. А то сейчас по-любому что-то напортачу. А еще раз выбираем блоки. Выбираем малый шлюз, который ставится вертикально. И как хочешь. Отменить, повернуть, подтвердить. Почти идеально, но ваши биометрические данные показывают приступ острого разочарования визуальной реализации системы строительства, не соответствующей заверениям и скриншотам. Агентство Брэссидж старается следить за душевным равновесием. То есть я херово построил, да? В связи с чем я обязан запустить стимуляцию вашего мозга для создания зрительных галлюцинаций. Так ваш постройки должны выглядеть более привлекательно, но, возможно, побочные эффекты, на которые не стоит обращать внимание. Сила единорога, получено достижение. То есть он влез в мой мозг, что-то мне сделал, и у меня типа сейчас галлюцинации с понтом, да, я типа это вижу намного круче. А в первый раз, когда это построил, это выглядело ровно, как оно показалось. Хреново, то есть мы с вами хреновые строители. И то, что мы с вами будем видеть, это только из-за того, что у нас галлюцинации того, что, где мой байк? Что мы хорошо строим, окей. Здрасте. Навык наверх. Тоже здрасте. Ой, а здесь у вас... Ой, а здесь у вас темно. Ой, а здесь у вас темно. Ой, темно, капец, у вас темно. Ага, понял. Необходимо найти центральный интерфон. Если там хоть что-нибудь уцелело, и вы не станете это чинить, у нас есть шансы. Вау. Вау, да здесь прям... Прям жить можно? А я думал, это шкафы. Нифига, блин. Ничего сделать... Починить, я его, это, слишком много болтаю, походу. Ну-ка, давай, открывайся. Секундочку. Это вам кажется, что это хухры-мухры, блин. Снимать тебе, там, это, записывать, то есть игру, да? А, говорить, общаться, что там еще комментировать. Я же могу молча делать. Смотри, я делаю все молча, смотри. Прям молча делаю, да? А если молча сделаю, скажете, блин, нифига не интересно. Но? Че я завис? А, там... Смотри. А здесь уже летаю, да? Здесь уже летаю, хоть кислород вроде бы как есть. Но здесь появляется гравитация. Да. Круто! Большая кислородная свечич. Да это целая база, блин. Подробный план технического отсека. Если найти недостающую информацию, такой отсек можно будет создать самостоятельно. Неизвестно для чего. Такой отсек можно будет создать. Я могу такую базу построить. Вот это вот круто будет. Да, она капец огромная. Только пока что только... Я знаю, мне туда надо. Я все знаю. Мне нужно знать... Сначала... Это страшно. Место есть? Есть. Там байк. Да. Это на самом деле страшно-то, блин, а? Я это же потом выкину, блин. Зачем я это беру? Я даже брать все это не буду. Использовать автомат с газировкой. Ой, курочка, я извиняюсь. Перед употреблением такой воды рекомендуется ее прокипятить и вылить. А-а-а. Медок, медок, мы это, добыли медок сейчас. Извиняюсь, курочка, я понимаю, что я тобой воспользовался. Медок я ставлю, не знаю для чего, но он нам, ну, понадобится. Что здесь? Опля, аптечка. Я прям возьму и заюзаю ее, где она? Вот, 50. Сделаем 100 себе. КПшечка у нас слабенькая была. Что я здесь мог пропустить? Телевизор, лампочки и всякая... Какие звуки он издает? Питательный набор. Нет, нет, нет. Все, идем. А, чувак, тебе не повезло. Мне повезло чуть больше. Там, кстати, еще была какая-то дверь. Вот здесь вот. Попробуйте прочистить вентиляцию. Че? А, чистить вентиляцию. А
Щуп, да, как бы это... Я подготовлен ко всем этим... хреням, да? Я был прав, мозги забили вентиляцию. Теперь система безопасности должна отключиться, что позволит разблокировать двери изнутри вручную. Вау. Это шлюз опять... А куда он идет? Эй, почему я его не вижу? В смысле, погоди. А мы здесь же оказались, а где труп? Это уже нечестно, здесь должен был быть трупешник. Да, вентиляция забита была, и бедненький трупешник не мог сюда зайти. Что это такое? А большой кусок мозга почти гладкий, что объясняет попытку хозяина серого вещества протаранить шлюзовую камеру в открытом космосе. Выглядит не слишком аппетитно, чтобы... съесть, но не слишком омерзительно, чтобы выбросить. Мне что, типа, брать надо это? Ну, раз ты говоришь, что не омерзительно, давай. Чё тут скажешь-то? Ну, пошли туда, к этой точке. Вау, как же это красиво. Да у вас тут реально жить можно. Наблюдение сломано еще до крушения. Все записи отсутствуют. Похоже на диверсию. Вероятно, при крушении они разбили головы о приборную панель, которая теперь не функционирует. Очень жаль, что в космических кораблях не предусмотрены подушки безопасности. Да, да, это плохо, капец плохо. Изучить пиво, чувак, чё? Где то пиво там? Это пиво. Да не буду я изучать пиво, чувак. А можно это повернуть, отойти? Да, я возьму, хрен с тобой. Я... Не, воду брать. Тут вообще с водой, с едой париться не надо. Тут все есть. Осмотреть пункт связи. Он где? Там? Да, он там. Не буду. Сейчас, сейчас, секундочку, секундочку. Мне нужно все осмотреть. У меня лампа есть? Лампа? Знаю, у меня должна быть лампа. Секунду. Нашел. Во! Фонари! О, блин, ну это слишком светло. Прям слишком. Без лампы. Ух ты ж, ё-моё. Это в космосе мне пригодилось. Физика в 50 томах. Бла-бла-бла. Ну, подумаешь. Допустим, возьму, потом выкину по-любому. Это пластик, это хорошая вещь. Все изучаем. В отличие от современных радиоприемников, разбросанных по всей округе, здесь использованы устаревшие технологии, которые даже вы сможете повторить. Вероятно. Слышь ты, вероятно, я все смогу повторить. Прям все, прям. Что написано? Внимание. Отсутствуют модули. Все! А все системы неисправные. Короче, хреново все у них тут получилось. А здесь нифига не работает, окей. Так уж и быть. Здрасте. Интерфон не работает, что и следовало ожидать от стандартной игры, где основной геймплей строится на... А, нет, работает, хотя связи нет, и необходимо отладить антенну. Опять. Ага. Опять. Отладить антенну ему надо. Слышь ты, работай, кому говорю. Необходимо отладить антенну. Короче, заколебали, а антенна у нас 23 метра, требуется, я могу? Требуется специальный пропуск, который выдается только работникам лайнера. Ага. Типа найти, да? Метки другие есть? Далеко. А далеко, далеко, то есть это не наши метки, я понял. Пропуск? Чувак. Есть пропуск? Чувак. Слышь ты, пропуск дай. Блин, не дают. А где его взять-то, ё-моё, этот? Нет. Или снаружи может выйти? Это не то. Открыть, ударить. А, так она ломается. Секунду. А, ломешник, а ну-ка, работай. О, сколько я ломов-то сломаю-то, а? 33, 3, мне не хватит. А дрель? Блин. Хрен с тобой, придется ломать. А, сделаю другие. По-любому, ломай. Сейчас потом сломается быстро. А мы берем второй. Ломаем дальше.
А, ну он быстрее ломается, чем у меня ломается лом. Отлично. Сейчас все будет. Давай. Это тебе не Америка. Разрушитель, новое достижение. Это тебе не Америка, блин. У нас тут все ломается, блин. Никакие карточки не нужны. Антенна чудом уцелела. Проводите отладку. А где антенна? Я ведь хотел использовать звуковой файл из первой главы для удешевления разработки. Похоже, проблема не в антенне, а в этом обрыве. Его необходимо устранить. Тут была зеленая вселенная. Типа Green Hell, да? Это глупо даже для радикалов зеленой вселенной. Да? Че, серьезно глупо? Ой, тихо. Что это такое было? Изучить код доступа колокольчик. Обойти защиту, изъять записи, оказать посильную помощь объекту. Записка для одного из радикалов зеленой вселенной. Интересно, что за помощь он оказал и кому, и какому Похоже, объекту. Похоже, нашли ответственного за пропажу записей с пункта наблюдения. Хотя труп есть, а записей нет, что не совсем логично. Это его писюн? Или что такое? Это из кишки, как бы, все сразу, да? А ему не повезло. Крупно прям, нет питания, сейчас сделаем. А это у нас решается. Проблема решается вот таким вот образом. Во-первых, сохраняемся, во-вторых, включаем курицу. Смотри. Оп. Не думаю, что это поможет. Да? Обрыв, чинить. А ремонтный инструмент. Ну, я же готов ко всему. А раз я готов ко всему... Не думаю, что это поможет. Поможет, все поможет, смотри. Главное, что ремонтный инструмент выдержал. А, отлично, обезвредить. Не думаю, что это поможет. Тихо, нормально все. Сейчас опять ток появится, сейчас опять курица. Я же говорю, курица, блин. Курица у меня вообще вечная. Не думаю, что это поможет. Я заметил, что курица у меня стоит на палочке. Обрыв устранен. Попробуйте поймать сигнал Нормандии. Нормандии? Да как бы это. Смотри. А, чё? Где, куда? Опять обратно? Пошли, что мы здесь видим? Какие-то лампочки неинтересные. Как-то он... Где этот кулак-то? Слышь ты, Нормандия, покажись еще раз. Вот он кулак, 16. А, там же. Убери. Давай. Построить технический отсек. Одешифровать записи, сканировать, что-то там... Мне нужно построить технический отсек? Да вы чё, блин? Удивительно, что они живы. Даже при серьезном понижении активности ядра там должно быть крайне некомфортно. Ага. А если... Да не пиши мне там. Так, получено текстовое сообщение. Если кто-то нас слышит, это команда траурного челнока Нормандия. У нас есть вода, еда и крутой капитан, которого даже радиация не берет. Круто. Вы когда-нибудь слышали о каннибализме среди космонавтов? Даже при учете вашего неумеренного потребления воды и пищи, дойти до такого будет непросто. Да? Окей, не берет, короче, радиация. Наш челнок немного пострадал, но я не вижу... А, вот. Но... Так, сбоку встанем. Но капитан пытается его починить. Если вы слышите и хотите спастись, мы ждем вас по этим координатам. Ё-моё. Я чисто ради интереса сделаю скрин. Мало ли мне это понадобится. Мне нужен сканер для этого? Так вот, как он работает. Интересно. О. Требуется шифрованная... А я ее типа дома оставил, да? Я эту ленту типа дома оставил. Короче. А, друзья мои, мы это зашифруем. То есть дешифруем или зашифруем, короче. Когда у нас будет типа следующая серия, мы ее обязательно как бы выпустим. Но перед этим мы заканчиваем этот видосик. Поэтому в следующей серии мы начнем строить какой-то технический отсек. Это, походу, уже начинается строительство базы. Я обещал, что... Ну, не то, что обещал. Я просто говорил, что, наверное, мы построим сегодня в этой серии базу. Но ни хера подобного. Не получилось, потому что вы видите, куда нас игра заводит. Игра заводит не туда. Все постепенненько делается. Можно еще вытянуть, как говорится. Но это я делать не буду. Вы видите, что я пытаюсь все сделать быстренько, но не всегда получается. Что ж, с вами Букетавр. Это была игра Breath Age. Надеюсь, вам понравилось. Чтобы увидеть следующую серию, не забудьте с вас лайкосики, с меня видосики. Строительство по этого, как его, технического отсека будет в следующем видосе. Всем пока!